3D-авиамоделирование, робототехника и конструирование. Все это не выходя из школы. В одном из общеобразовательных учреждений Сургута открылась первый в нашем регионе Центр молодежного инновационного творчества, благодаря которому дети и подростки смогут научиться воплощать свои инженерные идеи в реальность. Иван Рябцев продолжит. Примерно год назад сургутские школьницы Кристина и Настя начали посещать занятия по 3D-моделированию. А уже сегодня шестиклассницы работают над собственным масштабным проектом. Скоро он будет завершен. Все благодаря открытию в стенах школы полноценного центра инновационного творчества со всем необходимым оборудованием. У нас появилась новая техника, принтеры более дорогие, более качественные. Мы год работали на вот этих принтерах, а сейчас уже переходим на Пикассо. Вообще у нас всем креативом правит Настя. Я уже более, ну, по точностям иду, а она может придумать что-то, а я уже доработаю. Мне иногда тяжело и иногда легко, просто идеи сами приходят в голову. И я такая, оп, а может сделаем это? Мы создаем трехэтажный дом с мебелью, со всеми делами. Мы еще пока не успели напечатать их детальки, но уже модели их не есть. Центр молодежного инновационного творчества, или сокращенно ЦМИТ, это открытая площадка, где дети и подростки учатся воплощать свои инженерные идеи в функциональные прототипы. Ее главная задача – бесплатно обучать молодежь новым технологиям, робототехнике, цифровому производству, моделированию и работе на станках. А кроме того, благодаря ЦМИТу планируется решать конкретные задачи для нужд промышленности. Безусловно, мы зарабатываем не на детях. У нас есть индустриальные партнеры группы компании «Интек». Мы совместно с УБР-1, «Сургутнефтегаз» сотрудничаем. И наша задача – выходить на корпорации, на промышленность, вести совместно с ребятами разработки, неокры. В Центре молодежного инновационного творчества, так же, как и в окружном кванториуме, дети смогут реализовать свои самые смелые идеи и представлять свои разработки. Но есть и свои отличия. Здесь у нас дети в основном школьного возраста и молодежь, студенты. В кванториуме дети более младшего возраста могут заниматься. И здесь чем еще большое отличие, то что все-таки ЦМИТы – это кружковое движение. То есть одна из основных целей – это создание подобных центров в каждом дворе. Как скоро появятся ЦМИТы в каждом дворе, пока неизвестно. Но уже сейчас готовится пакет документов на проведение конкурса по созданию подобных центров в других муниципалитетах округа. Иван Рябцев, Рашид Латыпов, телекомпания «Югра», Сургут.